Шлунов доставляет шайбу на пятак и со второй попытки Марин забивает и выводит свою команду вперед. Вот они, лидеры москвичей. Предыдущий несколько секунд не забили. Ничего страшного не случилось. Подколзин пытается завести шайбу в ближний угол и это делает. 1-1 счет становится. А вот еще один и 2-1. СКА впереди. Брал шайбу и с обратной стороны крюка сумел поднять. Позволил Локтионову добраться до шайбы. Вновь Локтионов. Лайпциг. Бросок Лайпцига и 2-2. Вот она замена в составе ЦСКА. И это приносит свои плоды. Цицура на дальнюю. Какой момент! СКА выигрывает этот матч. И серия переезжает в Санкт-Петербург. Василий Подколзин оформляет дубль. Главный герой предыдущего матча становится главным героем и сегодняшней встречи.